Самые главные мои принципы, их пять. Я даже своему сыну настаивал, чтобы платил, на мой тренинг пришел. Вся моя команда в шоке. Они мне говорят: вы действительно так хотите? Я говорю: ну да. Я же на английском не умею говорить, а мои дети умеют говорить. И директор школы: это кем ты станешь? Я стану гаишником. Почему гаишник? Потому что дядя гаишник. Почему директорка? Потому что бабушка директорка. Почему таксист? Потому что папа таксист. Самые главные мои принципы, их пять. Самые первые. Самые первые я обучаю их, чтобы они были богобоязненными. Просто я понял, что когда у человека духовный интеллект развит, он не пожелает другим плохого и так далее. Духовный интеллект, кто-то думает, это религия, кто-то думает, что это человечность, кто-то думает другое. Но это есть духовный интеллект. Когда ты твой образ жизни правильный, я это называю высокой человеческой ценностью. Самое первое, на что я обучаю. Второе, я обучаю их именно способности, развивать способности. Я даже своему сыну настаивал, чтобы платил, на мой тренинг пришел. Мой сын 8 лет накопил свой вот эта копилка, и он пришел на мой мастер-класс, платил, ходил. Да, это так. Прошел ко мне, сказал: папа, я хочу пойти к вам на тренинг. Я сказал: хорошо, сынок, крутая идея, я очень рад, что ты это хочешь. Когда будешь платить? Он сказал: я ваш сын. Я говорю: да, надо платить, сынок. Я могу не всегда быть рядом с тобой. Никто не гарантирует, что завтра останусь живым или нет. Я так потерял папу. Я так и говорил сыну. Никто не гарантирует, что сколько лет я буду рядом с тобой. Но за пределы этого, мои окружения, ты должен понять, за что платить, за что не платить. Ты должен понимать приоритеты. У тебя есть выбор: купить велосипед, телефон или что-то-нибудь и так далее. Или пойти на учебу. Ты знаешь, он пошел на учебу, он платил сам. У него не хватало чуть-чуть. Долг занимал у кого-то, у мамы или у кого-то. Оказывается, жена уговорила ему, сказала: папа все равно тебе пустит. Ты не плати, не надо. А он из своей копильки накопит. Потом мама открывала ему счет в банке, отвезет туда, положит. Вот так по чуть-чуть. Откуда он накопит? Иногда бабушка дала на пенсию, иногда дядя давал, иногда я что-то даю. Иногда он оценки, если пятерки получает, я что-то даю. Я всегда вознаграждаю за его хорошие достижения. Обучаю так. Один из третьих моих методик, вот это. Я вот сейчас приду к этому. Вот так он накопил, оказывается, потихонечку и делал этот. Получается, я сказал: иди, плати. Он платил, и сам мой бухгалтер приходит мне и говорит: принес мне его деньги, говорит: заберете деньги, Мухаммад Али. Я сказал: нет, а приходу к кассе, как и все. И теперь вся моя команда в шоке. Они мне говорят: вы действительно так хотите? Я говорю: ну да. Я не собираюсь обманывать своего сына. Я хочу, чтобы он научился за знания платить. Из самого детства. И вот так. Поэтому это очень необходимая вещь. Я третья вещь, чему я обучаю: за каждое вознаграждение оплачиваю. Я плачу именно специально статусом, деньгами и так далее. Если он хорошо учится, если он суры Корана изучает, если он в школе отлично учится, если он что-то хорошо делал, просто какие-то задачи супер выполнил, чем проявлял самостоятельность, проактивность, что-то делал, чтобы у него появилось понимание, у них появилось понимание, что умным быть выгодно. Учиться выгодно, умом зарабатывать выгодно. Таким образом я обучаю своих детей, что творческий труд – самый дорогоплачиваемый труд. Ты можешь дорого получать, если ты думаешь. А если ты руком будешь работать, это ничего не стоит сейчас, ручная работа. И тем более завтра робот все заменит, технология. И это очень важно. Четвертая вещь, что я обучаю, это умение работать с людьми. Именно как организовать работу, как команда создать. Я настаиваю своих детей потихонечку, чтобы они в школе в команды играли, команды работали, создавали команду. Если я вижу, что кто-то что-то не играет в команде, я сам придумаю команду, говорю: давай, пойдешь, друзьям позовешь, говоришь: вот это делай, и так далее. Во многих школах мои дети, либо они являются, либо капитан команды, либо от того, что командная игра, много их направляю, командные игры, потому что они должны это научиться по-другому, просто нереально. И пятое, мой принцип такой, что мои дети должны уметь делать то, что я не умел делать в их возрасте. Они должны научиться знать то, что я не знал в их возрасте. Я их очень много путешествий вожу, чтобы показать им, видеть мир, то, что в их возрасте я не видел.
Вот это я делаю. Это принципы, которые я делаю. Я показываю им мир, чтобы у них изменить мышление. Показываю им мир. Я очень много путешествую. Почти каждый месяц направляю разных стран мира именно с такой целью, чтобы он видел разные моменты и так далее. Знакомлю разные компании с разными успешными людьми. Просто человек, когда видит, быстрее поймет. Если он не видит, он думает, что, наверное, это какие-то особенные люди, какие-то, а вот, например, мы думаем, когда вырос, мы думали, Максим Горький или Ленин – это какие-то самые умные, а я какой-то ничтожный, потому что мы не видели этих людей. Я их вожу, что вот видишь, вот в это, я вожу своего сына, говорю, вот здесь Дональд Трамп, вот в этом башне живет, вот здесь он, вот так. Он такой человек, как ты. Там сказал разные. Я отвезу, запомню, один раз взял ребенка с собой, я пошел на встречу министру, потому что у меня много времени нету воспитания детей заниматься. А с собой, когда бывает дома, я всегда с собой офис, с собой там переговорах, чтобы они сидели, вставали, ходили, слышали, видели, как я живу, как я привожу приговоры. Да, это так. Малайзия, я пошел в Центральный банк Малайзии, банк Малайзии, и у меня с собой дочка. Я на английском не умею говорить, дочка-переводчик. И ей было 9 лет. 9 лет, да? 9 лет. Они мне говорят, а кто? Я говорю, она моя помощница. Она будет переводить мне. Это было, надо было посмотреть. Я же на английском не умею говорить, но мои дети умеют говорить. И я взял ее с собой, ей было 9 лет. Она так хорошо привела, тот человек был в восторге от этого. Вот я так и делал. Я иногда говорю, я тебе говорю, а министром пошел на встречу. Я взял сына с собой. Я сказал, сынок, пойдем кое-куда. Он говорит, куда? Я говорю, к министру на встречу. Он говорит, пап, нас пусть. Я говорю, да. Я хочу, чтобы ты научился, ты мечтал, ты видел. Я отвезу его с собой. Я помню, директор Нацбанка. Я говорю, послушай, у меня к тебе просьба. И ты... После работы 4 часов 4-5 прими меня с моими командами. Я взял с собой 8 человек, все мои племянники, братишки, дети и так далее. Я пошел к Нацбанку. А знаете почему? Потому что я хотел пока. Я просто спросил одного, кем ты станешь? Он говорит, я вырасту таксистом. Ты кем станешь? Он говорит, я вырасту, стану вот там директор школы. А это кем ты станешь? Я стану гаишником. Почему гаишник? Потому что дядя гаишник. Почему директорка? Потому что бабушка директорка. Почему таксист? Потому что папа таксист. Я сразу понял, эти люди из самого детства мечтают только о том, то, что видят. А как ты думаешь, после того, когда возили их по, на разные компании, возили их по, на кабинет директора Нацбанка, оттуда уходим, я спрашиваю вечером, дома с ним кормлю, кем ты станешь, так я банкиром, кем ты, я миллионером. Кем ты? Человек, когда видит, он начинает понимать, что это реально. Меняется мышление, видение меняется. Да, надежда. И уже он будет на этот уровень готовить себя.